Дорогие друзья, мы сегодня собрались, чтобы вспомнить замечательного контрабасиста, так слышно? И необыкновенного человека Анатолия Соболева. Сегодняшний день никак не связан ни с какой датой в жизни Соболева, ни с днем рождения, ни с чем-либо еще. Просто наболело. Анатолий Васильевич был легендарной личностью и был наивным, как ребенок. Он был ужасно серьезным и одновременно ужасно несерьезным человеком. Его цитировали, вспоминали во всех классах, уголках Ордынки, на халтурах, просто за бутылочкой пива или на перекуре. Его шутки были неприличными, а авторитет был непререкаемым для всех – коллег, друзей и учеников. Ну что ж, дядя Толь, надеюсь, ты сейчас здесь где-то с нами находишься рядом. Потешим тебя и самих себя. Whims of Chambers, то есть капризы и причуды великого басиста. Thank you.
джаз, музыка толстых. Кто у нас был самый толстый? Двух мнений быть не может. Анатолий Васильевич Соболев. Самый толстый, значит, самый добрый. А самый добрый, наверное, значит, самый романтичный. Не знаю, возможно, это псевдологика, но тема, которую мы сейчас сыграем, очень красивая и романтичная. Green Dolphin Street. Thank you.
Я знаю, что многих удивило, что именно я занялась организацией этого концерта. Я не так уж много играла с Соболем, хотя был один проект, правда. Мы лет 6-7 работали на Ордынке в соседних классах. Ну, знаете, иногда Соболев говорил: «У нас с Маринкой любовь». Ну, нет, не подумайте, у нас ничего не было, просто не поздоровилось. Ну, а если серьезно, сейчас, когда уже прошло много лет, я иногда думаю, а может, это правда была любовь, а я ее упустила. Time for love. Время любви.
Сейчас скажу один важную вещь, с которой, по идее, надо было начинать концерт. Анатолий Соболев был заслуженным артистом России. Представьте себе, не все об этом знали. Ну, я вот, например, узнал недавно, но информация достоверная. А ведь ему есть за что сказать спасибо. Жаль только, что имена наших героев забываются, а их школы не переиздаются. Соболев переиздавал свою школу сам за свои деньги в 2002 году, за год до смерти. А сейчас ее ищут-рыщут новые поколения басистов, ее нет ни в магазинах, ни в интернете. Пользуясь случаем, хочу обратиться к ученикам Соболева. Не пора ли реанимировать память великого учителя и переиздать его школу? Он это заслужил. Следующая композиция, которую мы сыграем, имеет некоторую историю. Как-то Соболев под большим секретом рассказал мне, что песню «Спокойной ночи, малыши» записывал он с имя пианиста под большим вопросом. Я так и не выяснила. Не знаю только, чего он стеснялся. Где-то неделю за две до концерта я начала смотреть эту передачу. По-моему, звучит отлично. Итак, «Спокойной ночи, малыши». Музыка то ли Соловьева Седова, то ли Соловьева Петрова. В общем, не помню, чья музыка. Аранжировка Соломонова, которую мне тоже пришлось обработать слегка, в свою очередь. Thank you.
думаю, вправе гордиться нашей отечественной басовой школой. У нас было и есть много прекрасных басистов. То был и Соболев, и многие из ныне живущих басистов, и старшего поколения, и более молодых. Нашей молодежи и студенчеству есть на кого равняться. В нашем концерте принимает участие преподаватель Гнесинской академии, замечательный контрабасист и просто горячий парень Евгений Онищенко. Ему слово. Композиция называется «Эстаты. Лето». Продолжим горячую тему. Соболев тоже был горячий парень. Наверное, многие знают, что за глаза его все называли «Толян». Ну что ж, за фиестим сейчас фиесту по-испански, чтобы всем стало по-летнему горячо. Thank you.
Не знаю, как развивались отношения Соболева с женским полом. Кажется, я его видела с дамой только один раз где-то на концерте. Но он был порядочный кокет и мог тогда изречь такое, что точно анализу не поддается. Я помню, что когда я родила свою дочь, Наоми, вот она тут за столиком сидит, я зашла на Ордынку, показала ее фотографию Соболеву. Он так долго смотрел, потом сказал: «Ты хоть помнишь, кто отец-то?» «Нет, — говорю, — Анатолий Васильевич, не помню, темно было». Вот такой вот сочный юмор. Барышни, берегитесь, все басисты такие. Джуси Люси, сочная Люси.
непосредственности Соболева можно слагать легенды. Я помню как-то случай на вступительном экзамене. Сидит директор колледжа, все дамочки классические из администрации. Конечно, наш заведующий отделением Рязанцев Сергей Константинович. Другие музыканты. Соболев с трудом приоткрыл глаза и сказал: «Что за фигня?» И захрапел. Комиссия сидит и не знает, как реагировать. С одной стороны, неприлично, с другой стороны, он прав. Далее «Footprints» и мой вольный перевод «След в искусстве». Thank you.
Знаете, я сделала научное открытие. И это неудивительно, ведь мой прадедушка был профессором математики. Это теорема, точнее, аксиома. Хочешь помочь – не мешай. Хочу поблагодарить всех, кто не помешал сегодня устроить этот концерт. Алик Эдельман, вы первый в списке. Джаз-арт-клуб на протяжении уже, наверное, 20 лет. Переезжает с места на место, но везде остается неповторимая атмосфера клуба. Музыканты, которые, несмотря на плотный гастрольный график, согласились принять участие в этом концерте. Спасибо Сбербанку России, Банку «Русский стандарт», музыкальному магазину «Мариачи» и администрации Государственной классической академии имени Маймонида, которая любезно предоставила нам репетиционное помещение для подготовки к концерту. Спасибо вам, что не помешали. Следующая композиция называется «Трикотизм», и это значит «склонность к делению натрия». Это каким-то образом объясняет такое количество трехчетвертных тем в нашем концерте. Thank you.
В заключение мы сыграем тему «My foolish heart». Это была любимая баллада Соболева. «Мое глупое сердце». Музыканты закончили свою программу, посвященную замечательному великому Анатолию Соболеву. Я хочу представить музыкантов. Ну, в первую очередь, это Марина Ив. Ей принадлежит идея, огромная работа подготовительная. Я просто знаю, что это такое. Марина, тебе надо поставить памятник. Мы его поставим? Поставим. Сегодня поставим. Хорошо. И бутылок. Евгений Онищенко, контрабас. Виктор Подкорытов, тенор-саксофон. Виталий Головнев, труба. Евгений Дальский, ударные. Спасибо.